Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Надеюсь, завтра мобайл будет. Не будет. Не будет никогда. Отвечает Евгений Ковалевский. Давайте поподробнее сейчас все это разберем, почему Радмир Мобайл до сих пор не вышел. Я знаю, что люди, которые уже давно подписались на мой канал, им все это абсолютно неинтересно. Они так, знаете, чисто ради галочки заходят, смотрят, там появилось ли что-то новое. У меня там, может быть, какой-то видеоролик вышел, может быть, там какое-то в новостном издании что-то новое вышло и так далее. То есть они так, знаете, спокойно и терпеливо ждут. Это ролик для такой, знаете, новой аудитории, которая зайдет из поиска, из рекомендаций, из каких-то вот этих вот всех прочих поисковиков. Вы, кстати, также можете написать, откуда вы вообще зашли на данный видеоролик. Будет интересно там, знаете, почитать. Желательно писать, знаете, такое сочинение, мол, я сидел, было примерно там где-нибудь 12 часов 33 минуты по американскому времени. Я решил подумать, так, Радмир Мобайл, блин, а когда же он выйдет? После этого я решил зайти на YouTube, написать это в поисковой строке, мол, Радмир Мобайл дата выхода, или типа Радмир Мобайл не выйдет, или вроде того что-то я решил написать, может быть, я просто решил написать Радмир Мобайл, зашел и наткнулся на твой видеоролик, вот теперь смотрю, мне не особо нравится, но до конца я так, знаете ли, досмотрю, да, потому что я уже зашел, а если я зашел, то, разумеется, смотрю все это до конца. И вот Евгений Ковалевский данному человеку отвечает, что Мобайл не выйдет, то, что там никогда ничего не будет, так далее, разумеется, это все шутка, потому что, ну, типа, Радмир Мобайл, он сейчас там, знаете, делает его, то есть там устранит какие-то баги, все прочие вещи, об этом мы поговорим немного дальше, потому что сейчас мы просто обсудим вот вообще все положение дел данное. Вообще изначально люди как думали? То, что Радмир Мобайл выйдет где-нибудь там в декабре, когда в декабре он не вышел, люди подумали, мол, ну январь-то точно уже должно все выйти, ну наверняка. В январе также там, знаете, люди начали спрашивать, мол, когда выйдет, что будет, что не будет, так далее. Люди там, знаете, начали заходить, спрашивать, мне на канал заходят, иногда спрашивают там или в личку ВКонтакте пишут, еще куда-нибудь, мол, слушай, а ты не знаешь, когда выйдет Радмир Мобайл? Разумеется, я, типа, откуда я могу знать? Ну вот посмотрите на меня, да, вот на Infernus там, или что сейчас происходит на геймплей, посмотрите вот на все это. Откуда я могу знать? Я что, обладаю какой-то информацией? Да, было дело, Евгений Ковалевский мне писал, говорил, мол, да ты че, да у нас осталось достаточно мало всего, там, знаешь, сборку сделать, все остальное сделать, уже все в скором времени выйдет. Поэтому, чел, пожалуйста, там, вот это вот, все прочее. То есть я об этом уже рассказывал в предыдущем видеоролике, касательно Радмир Мобайл, нужно уже, наверное, знаете, такой плейлист создавать, мол, с роликами по Радмир Мобайлу, потому что люди заходят, хотят посмотреть, так, знаете, в какой-то последовательности, мол, там, от самого первого видеоролика до самого последнего не могут найти, и так далее. Также можете написать обо всем этом в комментарии, нужно ли нечто подобное сделать, вести. У вас уже должно быть, понимаете, два комментария, вот, примерно к 3-4 минуте данного видеоролика. Стоит задуматься и уже, наверное, все это написать в комментариях. И дальше, вот то, что хотелось бы немного далее обсудить, потому что Евгений Ковалевский, он так, знаете, на своих стримах бывает вот какие-то вот эти вот все темы насчет своих проектов, в частности Радмир КРМП мобильной версии, он также все это вкидывает, рассказывает о том, мол, вот есть то, вот есть не это и так далее. Давайте все это сейчас обсудим. На своем недавнем стриме Евгений Ковалевский сказал, что с мобильной версией Радмир РП КРМП пока что возникают проблемы. Выпустить они его хотели еще раньше и параллельно исправлять баги, но позже отказались от этой идеи. Ждете релиза? Спрашивают нас. Разумеется, уже все ждут, то есть, но это, знаете,
это очередной такой, знаете, байт на комментарии. Я вас байчу на комментарии Life Mobile, вас байтят на комментарии, меня байтят на комментарии, только вот я за это что-то получаю, допустим, просмотры, социальное либо одобрение, либо негодование, мол, что ты такое несешь, да нет, да ты что, о чем ты вообще можешь говорить, да нет, да все будет не так, все будет вот так, все будет наперекосяк и так далее. То есть, я не знаю, зачем они все это пишут, типа, мне не особо вот все это понятно. И давайте посмотрим, что вообще сказал Евгений Ковалевский по поводу всего вот этого вот Redmir Mobile, Redmir KRMP, мобильной версии, всего прочего. Пацаны, сделали фикс, после которого я смог спокойно играть полчаса с телефона. Потом что-то сделали, что опять начались проблемы. Я не знаю, каким образом теперь опять краш. Сейчас пацаны занимаются этим. Разумеется, тут многие начали придираться, мол, пацаны, а вот мне пацаны сказали, что Евгений Ковалевский пацан, что он там, знаете, по-пацански все это сделал, разрулил, что скоро будет там все вот это вот прочее. К этому не стоит придираться, потому что это же стрим. Нам об этом сказали, что это, знаете ли, цитата со стрима, а на стриме у нас идет прямая речь. Это тут я могу, знаете, наговаривать текст, наговаривать, сбиться и как-то склеить, так, знаете, переговорить, пере вот это вот все прочее сделать. Разумеется, вы этого даже не заметите. Я могу все это сделать, все это как-то, знаете, вставить, обрезать, вставить наиболее лучшую фразу из всех тех, которые у меня вообще выходят и так далее. А Евгений Ковалевский в данном случае, ну, типа, это прямая речь. Поэтому, типа, вот правильно сказать, более-менее тут сформулировать предложение, разумеется, не особо легко, как вы можете понимать. Но хотя бы то, что мы можем понимать, что происходит, уже хорошо. То есть, понимаете, в чем дело? Они бы могли выпустить все это уже сейчас, как лично я понимаю. То есть, видимо, что уже и сборка готова, и вообще сам вот этот вот Redmir Mobile и все прочее, оно уже готово, в принципе, можно все это выпускать. Но факт в том, что, типа, перезаходить вам каждый час из-за того, что игра у вас крашнулась, вылетела и сделала все прочие вещи, я думаю, что никому не хочется. Именно поэтому Евгений Ковалевский вот не выпустил все это так рано. То есть, вы бы могли уже сейчас, я думаю, во все это поиграть, но так как Евгений Ковалевский, он, видимо, хочет, чтобы сразу все было хорошо, чтобы, типа, никаких проблем при входе, при заходе и при непосредственной игре не было, то, разумеется, релиз откладывается, и я более чем уверен, что рано или поздно все-таки мы сможем поиграть. Опять-таки, вы в комментариях можете поделиться предположениями о том, когда же все это выйдет, что же вообще со всем этим будет, и чего от всего этого нам стоит ожидать, нам, мне, вам, так далее. То есть, что вообще стоит ожидать, вы можете написать, то есть я свое мнение уже сказал, вы можете, так знаете, давать уже тайм-коды на всю эту часть данного видеоролика, говоря, мол, вот, он все сказал, дальше вот можете не смотреть. Мое мнение примерно таково. Евгений Ковалевский хочет все сделать без багов, без лагов, без вылетов, без всего вот этого прочего, поэтому он тщательно все это тестирует, и если находит какие-то несостыковки, баги, вылеты, фризы, все прочее, то он отправляет все это на переработку, на доработку и на все прочие вещи. То есть так у него все это примерно и происходит. Поэтому, друзья, ребята, люди и все прочие люди, человеки, вообще смотрящие мой YouTube-канал, подписывайтесь на меня. У меня новости насчет Redmir Mobile и всех прочих вещей, они выходят максимально оперативно. То есть вот только какая-то новость, даже маломальская, выходит по Redmir Mobile, я стараюсь ее обсудить. Не сказать, что максимально информативно, не сказать, что максимально интересно, не сказать, что максимально весело. Просто вот новость есть, я ее обсуждаю, разжевываю, как лично я все это понимаю, и, знаете, монтирую видеоролик, и все это выпускаю сюда, здесь. Ролики у меня выходят каждый день в 20:00, поэтому если сегодня, допустим, не вышел ролик по Redmir Mobile, а новость была, то либо вы можете написать мне в комментарии или там ВКонтакте, или в там, я не знаю, в Телеграме, еще где-нибудь, о том, что, мол, вот вышла новость, обсуди и так далее, либо же вы можете подписаться с колокольчиком и следить за всеми новостями моего вот этого вот канала. Всем огромнейшее, большое, превосходное спасибо за просмотр данного видеоролика и за то, что вы досмотрели этот видос до самого конца, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком, разумеется. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Там же, кстати, в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором, если в случае чего, если там мало ли что-то случится, ВК забанят, YouTube забанят, Instagram, все прочее забанят, то мы вот там сможем с вами общаться. Заходите, подписывайтесь, там будет много всего. И по Redmir Mobile, я думаю, что новости и какие-то мои мнения, если мне забанят YouTube канал, не дай бог, все это тоже будет. Спасибо за просмотр, разумеется, до свидания и пока.